проходите. Ваши канцелярские крысы с ФБР могут найти убить Шеридана, полковник Эмос. Я сомневаюсь в этом. Держите свое мнение при себе, генерал Каррингтон. Как вам известно, для ведения расследования нам нужны доказательства. Я проведу свое расследование. Слышишь, Эмос? Свое. Номер 13 скоро перестанет быть проблемой. Я закончила обход. Я все еще нужна тебе там? Хорошо, тогда я возвращаюсь. Похоже, сегодня все будет спокойно, а? Ты видел, какая вода была сегодня утром? Подожди, что это? Погоди, я перезвоню тебе. Сэр, вы слышите меня? Спокойно. Похоже на пулевое ранение. Вы можете идти? Я ничего не помню. А вы сможете дойти до машины? Я отвезу вас на спасательную станцию. Попробуйте идти. Осторожнее. Черт. Хелен, это Дженнет. Я только что подобрала раненого человека на Брайтон-Бич. У него нет документов, и он ничего не помнит. Ему нужно как можно быстрее сделать томографию. Через час? Отлично, мы уже в пути. Как вы себя чувствуете? Все еще ничего не помните? Я нашла этот ключ в вашем кармане. Вы когда-нибудь слышали о банке Уинслоу? Держите. Кто это? Ты не вовремя. Скажи Мангусту, что мы заметили цель. Я сообщу, когда все будет кончено.
Ну что ж, снова всем привет. И поиграем мы в такую прекрасную старенькую игру, как под названием 13. Правда, я ее уже, наверное, раз пятый начинаю играть. Потому что с записью проблемы, это трындец какие-то. Опа. Бери, бери. То звук не запишется, что ее выкинет, да вот. Самая большая проблема... Нет! Блин, что я хотел сказать? Я не застрял. Не надо застревать. Компьютер, конечно, это круто, но самая большая проблема компьютеров это то, что очень редко можно нормально запустить старые игры. Так. Вот так. Давай, лечись. Только игр. И проблема в том, что ну ни хрена они нормально не работают на новом железе. На новых операционных системах. Это вообще такая жопа, блин. Как так можно? У консоли, да, есть преимущество. Старая игра, новая игра. Если вся та же самая консоль, блин, она будет работать. Хотя, с консолями немножко проще. Купил старую консоль, если хочешь старенький игры поиграть. Пожалуйста, никаких проблем. Тут же старый ПК собирать. Ну блин, это намного проблематичнее. Он больше, громоздкий. Хотя, чего это я завелся? А сегодня не про это. Мы сегодня играем. Где я? Сдохни. Вот так. Давай, бери, лечись. Жаль, туда нельзя. Так и здесь, блин. Вроде бы все запустилось хорошо, но нет. Какого-то хера она вылетать начинает. Хорошо работает, то херово. Да не хочу я нож. Падай! Мудин, я в тебя попал! Ну, наконец-то! Так, ну, вроде бы нормально, я надеюсь, вылетать больше не будет. Я сделал все максимально возможное, чтобы она не вылетала. Чё? Чё это было? Да мне это показалось. А, ну, все равно убить его не могу. Пойдем дальше. На этот раз нельзя позволить ему уйти. Бесполезно мне стрелять. Твою мать. Твою мать, еще воду упал. Тут же выбираться так неудобно из этой воды. Оружие мне отдай, патроны там, а хер там. Интересно, а под водой здесь есть что-нибудь есть интересное? Какие-нибудь секреты, плюшки в самом начале игры. Твою мать, твою мать! Я думаю, навряд ли. Так. Мне бы выбраться. У нас есть еще аптечка. Я тебя не вижу далеко. Так, давай, бери. Твою мать! Кто? Неужели оттуда вот меня попадает? Ох, как же здесь проблематично вылезти из воды. Наконец-то. До той лодки, я думаю, нельзя доплыть. Так. Так, блин. Твою ж мать. Залезь, пожалуйста, нормально. Ах, вот ты где. А я тебя не вижу. Вот так.
Я тебя тоже не вижу. Где ты там стоишь? Хрен пойми. А, иди ты в жопу. Не могу в тебя попасть. Еще один, еще один. Неплохо так шоты раздаются. Так. Бери это, бери потрошки, лечись. А куда я зашел? Наверху что-нибудь есть? А, вряд ли. А ты открываешься? Нет, конечно. Ладно, нам в машину. Давай, открывай, садись. Все-таки хорошенькая игра. Жалко, что продолжение не вышло. Хотя, вроде бы говорили, что должно было. Ну, так, как всегда. То есть, как всегда, так и... А, то есть, как всегда, все у нас заглохло. Никакого продолжения, ничего интересного. Хотя... А может быть, хорошо, что не было продолжения. Может быть, там совсем не очень было бы. Ну, в игре стилистика забавная. Целшейдинг. Ну, на целшейдинге она ж построена. Ну да. Винслоу Банк. Давай, 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 начинайся. Да-да-да, я все понял. Нам сюда. Мистер Роланд, вас не было так давно. Я полагаю, вы хотите открыть свой сейф? Конечно, хочу. Можно ваш ключ? Да бери. Сюда, пожалуйста. Пожалуйста. Так, мы... А, сюда, да. Как видите, мы обновили нашу систему безопасности. В современном мире предосторожности никогда не бывают лишними, правда? Нет, неправда. Совсем неправда. Привет, Джеймс. Мистер Роланд хочет открыть свой сейф. Конечно, хочу. Здравствуйте, мистер Роланд. Открывайся. Он все так же, в дальнем конце комнаты. Хера себе дверька. Позвони. Да хрен тебе позвоню. А это нельзя забраться? Жаль. Думал, может, что-нибудь раскидано здесь есть, но навряд ли. Опа, а вот и сюрприз, это что такое? Таймер. Таймер, таймер, таймер. Это что такое? Так, я так понимаю, воспоминания. Каррингтон был прав, они заглотили наживку. Здесь все доказательства. 20-й готов убивать, только чтобы заполучить эти документы. Мы обвиним их всех. От 20-го номера до номера первого. Ты про что? Что ты планируешь делать на этом корабле? Конфиденциально, да? О, я понимаю. Если это опять одна из идей этой девочки, я бы на твоем месте поостереглась. От нее одни проблемы. Давай, установи бомбу. Понял. То есть смываемся. Смываемся. Я попал в свою собственную ловушку. Да блин. Так. Опа. Кулаком разбить металлическую решетку. Так, бери. Так, я лучше сохранюсь. Так,
сохраниться. Окей. Мало ли опять что-нибудь вылетит. Так. Никакого поражения. А что сверху? Блин, закрыто. Никакой свободы. Без паники, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Вот так. Еще стульчик. Да нахер надо, у меня стул есть. Вот так, всех стулом. Ты оглох? Я сказал, номер 13 все еще жив. Информируй Мангуста. Доставь его сюда немедленно. Сборище идиотов. Выходи, выходи, я тебя жду, дружище. Насом. Вот же сволочь, хер выходит. Так, не надо застревать. Бери, молодец. Здесь никогошеньки. Что? Странный непонятный знак. Так, тут еще есть. Это я хорошо помню. Ага. Твою мать! Куда мне идти? Куда идти мне? Твою мать, что я сделал? Так, стоп. Нет, все хорошо. Но куда мне идти? Здесь я был. Не открывается. Ца-ца-ца. А, все, вижу. Ох, этот сигнал тревоги выводит меня из себя. Ох! Ох, ох, вот тебе и ох. А сигнал тревоги отключить нельзя? Жаль. Твою мать. А, есть стул. Косой. Ух ты ж, блин. Идите вы в жопу. Твою ж мать. И где у нас чекпоинт? А, какое нахер управление? Повтор. А, здесь нормально. Ох, этот сигнал тревоги выводит меня из себя. О! Так, стоп, 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 стоп. Может, я смогу забраться обратно и взять что-нибудь? Нет. Жаль. Так, один стул. Твою мать, он его еще и сломал. Какой же ты идиот. Oh!
Зашибись. Да сдохни, 5 хелсов. Твою ж мать. Может, где аптечка есть? Хер из паники, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ренос 2. Нахера ты все ломаешь, идиот? Дверь открой. Задолбали, все, будем всех стрелять. 6, 5 процентов у нас осталось. Ох, какая же. Пришлите подкрепление! Эй, ты! Стоять! Бросай оружие! Зашибись, на меня уже охоту начали. Минус один. Аптечку мне скорей. Так, нахер закройся. Твой... Ясно. Что нихера не ясно. Этот сигнал тревоги выводит меня из себя. Минус. Как с остальными справиться? Двадцать восемь. 4. Нет. Как же я с четырьмя тут пройду? Ох, этот сигнал тревоги выводит меня из себя. Нельзя назад вернуть. Если бы этот грабитель захватил заложника, можно. Мы могли бы отключить этот трезвон. Я знаю тогда, что я сделаю. Ох, боже мой, боже мой. Так, открывай. Убегаем. Мутин, пожалуйста, заберись. Пожалуйста. Твою мать. Ну, это уже получше. Притом намного. Так, не туда пошел. Поехали, давай быстрее. Так, я лучше здесь сохранюсь. Так, тут вроде бы быстрое сохранение должно было быть, но оно почему-то нихера не работает. Их несколько! Пришлите подкрепление! Эй, ты! Стоять! Бросай оружие! Двое готовы. Естественно, не открывается дверь. Ну и хер с ней. Подбирай потрошки. Сначала мы соберем патроны. Два. Ой, хер с вами. Стоп, а загрузиться? Сохранение, управление...
Твою мать, нельзя просто так сохранить. Вы... Ох, как же это глупо. Ладно, хорошо. Мы тогда немножко настройки поменяем еще. Звук. А тут нельзя. Тут все вместе. Голос отдельно не делается. Громко же. Это нахер мне нужно. А графика у нас на максимум стоит. Конечно. Сложность у нас как стоит? Реалистичная. Ладно. Загрузить игру. Вот это. Нет. Главное меню. Я хочу нормально загрузить игру. Так, 12.22. Что? Подожди, стоп. Он не сохранил? Зашибись. Ни хера не сохранил. Ох, этот сигнал тревоги выводит меня. Ох, короче, здесь чекпоинты, только чекпоинты. Твою мать, я же взял. Я взял стол, чего не должен... А, твою мать, еще и карточку не взял. Идиоты. Нет, 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 повтор. Нет, я сказал повтор. Да. Этот сигнал тревоги выводит меня из себя. Все же так просто, какого хера у меня ничего не получается? Бесит. Этот сигнал тревоги выводит меня из себя. О! Должна же быть возможность вернуться назад. Твою мать, и хер вернешься назад. И оружия нет, и ничего нету. И этот же придурок где-то здесь стоит. И ждет. Так, хорошо, попробуй сохраниться. Сохранить игру. Банк 1326. Да. Проверим. Стоп. Нет, я что-то не то нажал. Да, сохранить. И здесь еще на всякий случай сохранюсь. Блин. Сохранение тут так не работает, как должно работать, это полная жопа. То есть все равно сохраняемся мы в чекпоинтах. Ладно. Раз так, по-другому... Ну, блин. Будем как-то с этим мириться. Убирай, побежали. Так, не-не-не-не. Твой, кто? Главное меню. Главное меню. Загрузка. Я сказал загрузка. Только чекпоинт. Этот сигнал тревоги выводит меня из себя.
Блин. 4. Мне уже надоело. Мне реально уже не весело. Я не могу пройти как... Я же проходил в прошлый раз без проблем. И еще 100% жизни оставалось. Но нет же. Я сейчас почему-то не могу пройти. Бери нахер стул. Бесит. Реально бесит. Что-то как-то... Может, я туда все-таки могу забраться? Реально, этот сигнал тревоги. Если я тебя бить меня не буду, что будет? Ох, боже мой! Не хочу тебя бить. Что будет? Ошибись, они ее еще пристрелили. Короче, я понял. Нужно читать все-таки что-то, что появляется на экране. Ох, этот сигнал тревоги выводит меня. Ох, боже мой! Короче, проверим. Чё-то ничего не вышло. Еще раз. Этот сигнал тревоги выводит меня из себя. О! Хорошо, я понял. Свободной рукой я могу использовать оружие. Но нихера! Вот. Полчаса я туплю на одном месте. Ох, этот сигнал тревоги выводит меня из себя. Этот сигнал выводит тревоги. Ебануться, у меня уже сил нету. Бери стул. Все равно попал. Да. Зашибись, за. Бесит. Сигнал, что ж тогда на последней сложности? Ох, боже мой! Так, все. Я тебя взял, наконец-то. Вот, это было просто трындец. Ладно. Я думаю, что запись у нас особо не прервалась. Не двигаться! Не надо! Не убивайте меня! А если я их попробую бить? Тогда им на заложника похер. Ясно. Зато проэкспериментировал. Ох, этот сигнал тревоги выводит меня. Ох, боже мой! Ох, боже мой. Дверь откроешь? А я буду двигаться. Не убивайте меня! Ты идиот! Вот ты идиот!
чё? Не будем убивать. Шальная пуля сделает за меня нам дело. Твою мать, перезарядись. Его не может перезарядиться. Теперь ты можешь перезарядиться? Теперь можешь, конечно. Интересно, мы ее убили или нет? Куда-нибудь можно поехать? Можно, наверх. Так зачем? Непонятно. Блин, как-то так. Все равно все криво. Не так я хотел это все провести. Подожди, там еще были двери. Может быть, они открываются? Нет, это не открывается. Но я так думаю, что и следующее не открывается. Конечно. Так, аптечек здесь больше нету. Херовенько. Короче, сохранение это вообще здесь фуфил. Только по чекпоинту. Закрыто? Ну, конечно, закрыто. Да, не застревай, мудень. Давай, спускайся. ФБР, бросай оружие! Зашибись, нас поймали. Вы арестованы по обвинению в убийстве Уильяма Шеридана. И что дальше? Арестован, так арестован. Блин, еще бы сделать заставки в хорошем разрешении. Амнезия, да? Да. Это самая лучшая защита. Конечно. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Зачем тут адвокат, когда я ничего не помню? Показаниях вы указали, что не чувствуете себя убийцей. Как трогательно, но закон не опирается на чувства. Вы ведь это понимаете? Он опирается на доказательства, которых у меня в избытке. Эмери, снимки, пожалуйста. Кеннеди? Посмотрите на эту фотографию. Очень похоже на убийство. Видите Кеннеди? Эту дырку на затылке? Откуда был сделан выстрел, как вы думаете? Откуда там? Из вот этого здания, вот здесь. Видите? Как раз на прямой линии. А кто у нас здесь? Неправда, это все подстава. Мне принести зеркало, или вы сами, наконец, признаетесь в убийстве? Принеси, я побреюсь. Агент Скотт на первой линии. Итак, где же это досье? Ой, вы не поверите в это, полковник? Какой-то вентиляшка сидит. Не могу бы дальше повернуть. Да уж, его вдова удивится. Но прежде чем мы объявим о вашем воскрешении, капитан Роуз... Так, что это... Что, возьми, происходит здесь? Вот действительно, что это было такое? Бумкнуло хорошо. Эй! Не шевелись. Я знал, что ты там. Я освобожу тебя от этих наручников. Нихера себе меткость, так рада и убить можно. Рада видеть тебя опять, Стив. Ничего интересного нету. Послушай, Мангуст нашел тебя. Встретимся на крыше, только умоляю тебя, не стреляй в агентов ФБР. Хорошо? Это девочка из банка. Можно переключать. Зачем? Ubisoft.
Много стульев. Ну ладно. Это нелепо, постой! Они только что взорвали дверь, или... А? Что? Они понимают, с кем они имеют дело? Попробуем вообще никого не убивать. А? Все правильно, здесь никого нет. Ты вот, и что ты думаешь? А, спасибо, что открыл. Дверь закройся. Так, ладно. Нет, 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 никакого оружия. Ты тут так и будешь стоять, хорошо. Мне даже это на руку. Главное, не двигайся. Так. Что выбросить? Это нельзя попасть сюда. Что у нас здесь есть? Здесь есть еще одна решетка. Решетка. Которая мне нихера не дает, в которую точно я не пролезу. Стоп, а может я могу выстрелить куда-то здесь? Чтобы что-то открыть? Нет. Или поломать что-нибудь? Нет. Ну да ладно. Закрывайся. Бог мой, они штурмуют здание! Что они хотят? Я не знаю, но у них есть РПГ. Что это? Ого! А вот теперь пошла перестрелка. Так, вас нельзя. Я помню. Пойдем другим путем. Ничего тут нету. Твою мать, твою мать. В жопу. Я пошел. Все. Пока. Здесь они лазить не умеют. Так. Все с вами понятно. Жопу. Стул, 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 быстрее стул. Бери. Так, так. Добро. Блин. Во, жизни. Я совсем забыл, что...
странно, если эта пуля попала. Хедшот. Так. Что здесь у нас есть еще? Что-нибудь открывается еще? Гениально. Поставить дверь, за которой лишь стена. Хотя стоп. Может, здесь, где проход куда есть, более интересней. Нашибись, зря только лес. Давай же, вставай. Так. Ну чё, пойдём сюда. Алам! Выбили не виду. Ох ты ж, охереть. Отсюда. Ладно, ребята, давайте продолжим уже в следующий раз, потому что у меня сил нет. Там, блин, зависнуть на минут 20 Ох. Долго, я думаю, будет прохождение. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока.